Зашла в Таврию, колготки маме купила. Сейчас похожу, посмотрю. Ну, тут такое, что цены все, все недешево, девочки, мальчики. Что тут хорошенького глянуть, такого интересного. О, видите, тележек сколько стоит. Тележки эти, выбирай любую, какую хочешь. А там и пледы, то пледы, фотки, цены. А на тележке нету цены. Прихваточки, захваточки, пледики разные, тепленькие, какие хочешь. Одеяло, подушки. Так, ну я вообще, наверное, не пойду. Больше мне тут ничего не надо. Просто приходя тут деньги снимала. На химию посмотреть. Ой, мне тут подружка хвалила одно средство. Но оно, наверное, тут не продается. Оно, наверное, только на товарах из Европы. Если я куплю, я вам покажу. Так, что тут такое стоит? Увлажнитель чего? А, то ваза какая-то. Думала, увлажнитель. Тапочки, крокси, носки. Тапочки там красивые, но цены, конечно, такие. На Камилочку тапульки симпатичные. Какой же Шаня говорила ей размерчик ходить. Но это большеватые на нее будут. 32-33, это 28-29, а вот 30-31, сейчас я позвоню Ане, спрошу, может, ей возьму, то к нам будет приходить, чтобы ей было тепленько ножкам ходить. А есть вот такие вот, ну и большие, 28-29, это больше для мальчиков, хотя так как удобно, как тапочкой, так ножка вставляется в садик, вот удобно, мне кажется, хорошо. В садик будет хорошо. А тут пальчики открыты, но эти больше для мальчиков. Сейчас спрошу, перезвоню. Позвонила Анютке, она говорит 26-27. Я говорю, тут начинается самый маленький, 28-29. Большие. Жалко, жалко. А вот эти и эти большие. Там вообще большие размеры. Ну ладно, хотелось мне такие в горошек тапульки взять. Ладно, гольфы, колготки забираем. Пошла на кассу. Или походить еще. Да ладно, мне тут такого особо ничего и не надо. И не надо. Сковородочки, формочки, крышки, хлебницы, стаканы, рюмки. Все, что хочешь. Кареманочки. Мне кажется, в Авроре можно дешевле взять. Тут хорошо, вот упаковками можно брать и одноразовую посуду. Удобно. У меня такие мысли были, но не получается, я хотела. Ладно, потом вам расскажу. Так, спиртное. Спиртное нам надо? Не надо. Проходим мимо. А какой Аня берет? Он по акции. Или тут? Ладно, не буду ничего брать. Пришла специально в АТБ за гранатом. А в этом АТБ нету. Ну, Майя. Придется завтра ехать в другой. Вот я его этот АТБ не очень люблю. Тут не всегда все есть. Сейчас спрошу. Может, еще не вынесли. Извиняюсь, я слепая. Не увидела гранат. Так, дедушка попросил гранат. Кстати, в прошлый раз я купила хороший. Вы там сказали, давить надо. Не знаю, буду так по внешнему виду выбирать. Тут раз был хороший. Но один был слаще, темнее. А один был чуть-чуть такой розовее. Ну, и тот вкусный был. Сейчас и Софии возьму, и родителям возьму. Так, смотрите, стул 99-95, сейчас 89-95. Ага, хорошо.
Так, пришла домой, девчонки, скупилась. Сейчас вам быстренько покажу. Вот у Софии урок музыки, а мне надо уже готовить. Так, сырок купила, моцарелку последнюю забрала. Чуть-чуть напиточки взяла. Потом в АТБ бурячок взяла. Мама просила, и я взяла себе. Масло в аграмоле, молочко. Тот раз, помните, я говорю, по 30 гривен был майонез. Это была акция. Так он 36 или 38. Потом вот этот сыр был в АТБ по акции, по 48 гривен я взяла. И взяла обычный. Вот этот мне все равно больше майонез нравится. Но этот 42 или 43 гривны. Хлеб такой черный взяла в рыбном ремесле швейцарский. И просто батон. Маме гольфики и колготки взяла. Так, это есть. В АТБ еще взяла лук. По-моему, по 13 чем-то гривен. Морковочку взяла и гранат, вы видели. В рыбном ремесле взяла 4 матиаса. Сейчас хочу разделать и на ужин пожарить картошечки с селедочкой. И что еще я купила? И в АТБ взяла вот такую вот миску. Смотрите, какая большая миска. А то у меня нет большой миски. Хотела кое-что приготовить, а тесто замешивать не в чем. Вот такая миска. Там было 3 цвета. Розовый, сиреневый и вот такой. Все, закругляюсь, извините. И вот такие пиалки. Все-таки я их взяла. 3 штучки в АТБ. Софиечка, что такое? Не могу. Что вы у нас вот это не ты, не Аня, не любите селедочку? Гляньте, отвернула. Это ж Матиас, посмотри, какой он вкусненький. Сейчас мама лучка нарежет, маслечко добавит, а це ж будет объедение. Нежнейший. София, говорит, поставь мне что-нибудь. Ну, София, ну поверни мне руки в селедке, я не буду ничего трогать. Какая селедка? Ну, в руках. А тебе куда повернуть? Ну, на меня, я ж не буду пол головы беседовать с людьми. Здравствуйте. Давай, тебе куда, вот так можно сидеть? Угу. Даже цветочки. Я вообще ей принесла штатив, я не могу стоять. Как можно не любить? Хотя я вот вспоминаю в детстве. Меня? Да что тебя, себя. Я вот не помню, чтоб я ела ту селедку. Ну вот и все. Я терпеть не могла, знаете, что селедку под шубой. Долго я ее не ела. А сейчас? Сейчас люблю. Обожаю. Надо будет сделать. Девочки уже пишут. Наташа, скоро Новый год, давай новые салаты. Ой, девчата. Надо. Какие новые, не знаю. Хорошо, все проверенное старое. Девочки, еще раз. Салат айсберг, с капусты айсберг. Мне там писали, я уже и ссылки вам скидывала, и кому писала, девочки. Салат айсберг. Можете порезать кубиками, можете порвать руками. Берете блюдо, нарываете салат руками. Солить, перчить ничего не надо. Берете майонез, тоненькую сеточку. Ну, уголочек срезали и тоненько вот так хорошо поливаете. Не жалейте. Я первый раз вот когда делала, маловато добавила, было суховато. Хорошо так полили майонезиком. Добавили курочку, берете отварную и на волокна ее тоже вот так как разрываете. И тоже на салат посыпаете майонезиком, сверху гранат. Потом снова рвете листья салата, хорошо майонезом, курочка, снова по курочке майонез. И сверху насыпаете гранатом, засыпаете и все, и поставили на стол. Очень вкусно, не знаю, мне он сильно нравится. София вообще, она увидела, что я купила гранат, она говорит, и айсберг купила. Я говорю, нет, я не планировала. Ну, можно будет сделать. Вот. Готовится очень быстро. Курицу отварили, в холодильнике у вас лежит. Все, гранат почистили, там в судочек сложили. Раз, быстренько, если перед праздником заранее это все сделали, перед подачей за стол, там за 5 минут. Ему и настаиваться не надо. Я рассказываю, мне аж слюнки хочется глотать. Ой, а я ходила, и знаете, что забыла? Салфетки купить. Да ты что?
Угу. Забыла. И салфетки забыла купить. И забыла купить тряпочки. В кухне у меня уже такая тряпочка. Не, вот это тут не ахти тряпочка. И забыла купить. Вот. Такие дела. Сейчас картохи пожарю. Вы мне сказали картошку замочить в воде, нарезать и замочить в воде. И тогда она не будет так разваливаться. Мне кажется, это такой сорт. Она прям, девочки, сильно разваливается. Селедка в рыбном ремесле. Там 4 вида селедки. Или 5 даже. Ну, размеры разные. На разные размеры разная цена. Самая дорогая 229. А есть и меньше, 138, и еще сколько-то там. Хотела вам снять, но там столько людей было много, и я не стала снимать. А еще хотела посмотреть, но надо было мне спросить. Я вот не увидела, это же рыбное ремесло, там холодильники, там продается много морепродуктов. А вот гребешков я не видела ни разу. Наверное, у них не привозят гребешки. Вот гребешки София любит. Я сегодня смотрела Наташу с Артуром. А они там гребешки купили. Не скажу прям, что мне их так сильно хочется. Но хотелось бы поесть гребешки. Тогда я в Мирнограде покупала, пробовала. А, я вам хотела рассказать мой план. Я придумала, девочки, ехать в Мирноград. Ну, все, уже никуда я не еду, потому что то, что я хотела, для чего мне надо было, у меня бы не получилось. К маме бы домой не попала, потому что там сейчас очень опасно. Я смотрела видео. Даже хлопцы военные ходят, и то и прячутся, и перестрелки, и дроны летают. И, ну, я бы туда не попала. Домой, может быть, бы попала. Ну... Овчинка, как говорят, выделки не стоит. За дорогу заплатить. И то, что я хотела взять, в принципе, нет смысла ехать, тратить деньги. Я потрачу больше и опасно, во-первых. София, и я хочу. Я говорю, ну, если бы ехала, я бы тебя с собой не брала. Ну, понятно. Не-не-не. И Женя сказал, ты что, куда ехать? Нет. А мне так хотелось, думаю, до Ревиля бзиной заехала там. Гостинцы им бы привезла. Ну, новая почта работает в Покровске. Мы это отправим им посылочку. Связь, он иногда выходит на связь там. В общем, мы договорились. Микусь, хватит там рыть. Роет вовсю. Ну, София, что ты снова начала бухыкать? Думала, увлажнитель заберу. Ой, видео сегодня смотрела. У нас на квартале 21 дом повскрывали все квартиры. Все квартиры вскрытые. Ну, там один подъезд показывали. Ну, это, я думаю, только местные. Те, которые там остались и показывают. Мужики. Ну, такие не очень, наверное, пучевые. Вот. Я думаю, они ходят по квартирам и вскрывают. Больше там некому. Что они там ищут? Может, еду ищут? Все остальное, что там ты возьмешь куда? Ну, хотя могут взять, перепродать. Хотя куда они будут продавать, света, интернета нет. Ну, на нашем доме крыши, там, где мы живем, нет. Зальет все. Будут дожди идти. Пол дома как-то там. Равиль ездил, смотрел. Пол дома без крыши. От дороги 2 подъезда. Кто будет смотреть, те поймут. От дороги 1-2 подъезда без крыши. Остальное нормально все. Сейчас селедку попробую. Матиас.
Это бомба. Тает во рту. Сейчас лучка. Чуть-чуть на лучок уксуса брызну. А у меня есть лимонный сок. Можно и лимонный сок. Да не, уксуса сделаю. 4 штучки взяла Матиоса. Ну, он же ж маленький. Что ж там? Была такая середина там утокенная. Но мы тот раз, когда брали селедку, она не очень жирная была. И прошлый раз был Матиас, который без кости уже был разделанный. Этот раз не было. Он, конечно, был дороже. Но, думаю, оно отходы, то на то оно и выходит по цене. Ой, вкусно, девочки. Как будет вкусно. Надо было пиво купить. Дурында. Не взяла. Что-то я так. Так. Все, последнее разделываем. Как выключить камеру? Почему нет команды «стоп»? София, иди сделай стоп. Я не могу дотронуться, мне все. Сделай, пожалуйста, стоп. Запись видео есть, а стоп не сделали. Да как мне писали, говорят, зачем я поспешила, надо было покупать, подожди. Не новый, да? Не, новый телефон выходит, 25-й. Или какой там, ну, Samsung, новинка. Да он же, наверное, дороже будет на ногу. Оно же как новое, да? Он же не будет, как этот стоит недешево. Тут, наверное, вообще будет. Ой, вкуснота, красота. Все. Вилочкой накладывай, в ротик положи. Картошечкой закуси. Картошечка готова. Вот такой у нас будет вкусный ужин. Селедочка, там колбаска, яйца оставались. Я их тоже решила, надо съесть. Тут долго уже лежат. Все парует, все. Нам приятного аппетита. Жарьте картошку, покупайте селедку. Все. Всем пока!